совсем медленно. А это тоже медленно. Это плохо. Мы должны его додавливать кричами, а потом бурном дожигать. А у нас все наоборот. Бурн в руке, а крич нету. Облом. Это очень плохая рука. Да. Это ужасная рука. Единственный шанс, если мы проставим пионера. Сможем защититься от хороша там, например. Так, считаем, сколько у нас. 8 плюс 6. У нас 14 в руке. У нас 14 в руке. Давайте, куда деваться? А, одного хп, одного урона сейчас не хватит. А у нас так торчит. Нам просто надо дракончика. Нам просто надо дракончика. Набурнили мы, конечно, прям. Один торч по-любому надо оставить, если будет дуэт, например. Один торч надо оставить на дуэт. Ну вот, и рот пошел. Калиб! А-а-а, черт. Дабл дэмэдж. На кого дабл дэмэдж полетел? На Heart of the Vault. А что, нам все равно нельзя на 12 пропустим? Все равно мы тут два этих никак не убьем, правильно? Надо блокать. Последний шанс. Не, шанс еще есть. Да мы, смотри, мы уже разрасходовали. Три торча, две мортиры. Просто сначала был супер медленный. У нас есть торчи, две мортиры и дракончики. Не. Но нет. Мы тут уже не живем. Блин, ну у нас, конечно, начало было сверхмедленное. Первые два хода вообще ничего не делали. Ну окей, на самом деле второй матч я, в принципе, таким же почти сыграю.
Да, потому что у нас куча тут первых дропов, и вот вон дофига. И мы их просто не поставили. Нам просто один первый дроп, нам не хватило, прям один хп. А было прям вообще все классно. Ну ладно, не стоит переживать. Ну, блин, все прикольно. Ну, у него, конечно, с родом классно. Он дабл атаку попал. И мы так могли бы еще пару раз пропустить. А так у нас был еще какой вариант? Мортира, две мортиры, торч и был драконы. Ладно, давайте оставим пока то же самое. Оставим пока то же самое, поскольку драконам мне нравится больше, чем в литерейте здесь. Нам здесь не надо крич убивать как таковых противных. Нам лучше два раза дракончиком в лицо сходить. Я считаю, у меня вот как раз против рода нормальная стартовая. Менять я ничего не хочу, потому что что мы можем положить? Можем еще Калиб Чойс 1 положить, ну а смысл? Вместо пионера, например. У него крич мало, нам крич важнее как бы получается. Да, то есть никаких. Полиморфы нам тоже все это бесполезно. Вот даже если так посудить. А ну все, можно начинать. Но не хочу. Нам просто надо вначале, чтобы были крич, у нас куча крич, а дальше мы уже... Опять мы ходим вторыми, ну чё ж такое. Так, рука тоже так себе. Против рода будет обидно, конечно, проиграть на нераздачах, но... Да, опять. Вообще фигня. Опять у нас нет первых, у нас 12 первых дропов. Еще 8 вторых. И ничего нету на руке. Это очень неприятно. Да. То есть опять все то же самое повторяется. Где наши 20 первых дропов начальных? То есть опять, видите, мы начинаем атаковать только на четвертый ход. Это очень медленно. То есть ну, мы тут тоже с большой вероятностью здесь проиграли уже. Потому что четвертый ход, это просто пипец, как долго. Ух ты! А есть, кстати, шанс. Убить Вальку, проатаковать, поставить пионера. Потому что если мы поставим так, он просто харшульчик сделает. Давай мы убьем Вальку. Проатакуем. И поставим пионера. Опа, он даже не хочет блокать. Отлично. А, вот он почему не хочет. Отлично. Нам надо, короче, по максимуму сейчас сбивать. Так, и нам надо принести 5 урона. Нам надо с 4 трэмплов принести 5 урона. Реально ли это? Так, сейчас подумаем. То есть вот сюда, если я пробью... Сколько ему урона проходит отсюда? То есть отсюда ему проходит 2. Неа. Отсюда ему проходит 2. Отсюда 4, 6 тройки остается. То есть он, у него останется 2 с
7, минус 4, 3. А если мы пробьем сюда четверку, я ему еще отсюда 2 пронесу, да? Вот отсюда 2 пронесу. Это я у него отниму. Нет. То есть сюда бесполезно. Если я сюда стукаю, он съедает еще вот здесь 2 урона. Поэтому просто бьем. А куда деваться? И все надежды, что это. Что добурним просто. Да, опять мы первые ходы вообще ничего не делали. Сейчас опять оставим его в чуть-чуть. И дуэт еще. И дуэт придется убивать, иначе он нам просто похилит на 3. В этом вся проблема. Что придется дуэт. Какой противный дуэт? Потому что отхил на 3 это... Он нам все испортил. Ну и земли пошли, конечно. Блин. Обидно. Такой хороший матч, и мы дуем. И у него прям ровно, да, получается. Ну да, в стартовые руки нам здесь все проиграли обе игры. Просто без первых ходов это все нереально.